Китай получит земельный участок в Астане площадью 3 гектара для строительства комплекса зданий посольства. Казахстану выделят равноценную землю в Пекине. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Аскар Мусинов на заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Депутаты рассмотрели законопроект о ратификации соглашения между правительствами двух стран о взаимном предоставлении участков для строительства дип-представительств. Сенаторы обратили внимание, что казахстанские дипломатические объекты должны строить отечественные строители. Также на заседании Комитета Сената рассмотрен законопроект об официальной помощи развитию. Это международная практика оказания помощи слаборазвитым государствам или странам-партнерам со стороны хорошо развивающихся стран, к которым на международной арене относят и Казахстан. Казахстан – одна из тех стран, кто уже на данном этапе будет иметь правовую возможность оказывать официальную помощь развитию. Это, конечно, прежде всего в социальном, экономическом направлении, плане. И это еще помимо этого и для улучшения бизнес-климата, для продвижения наших интересов в других государствах и, соответственно, наших партнеров тоже наладить бизнес-проекты и проводить эти проекты в нашем государстве.